ёб твою мать, сука! 300 тысяч, блядь! 300 тысяч! Ты что творишь, блядь, уёбище нахуй, ты что? И всех приветствую, друзья! С вами, как обычно, я, Саня Играт, и добро пожаловать на новый видеоролик по NextRP. Мы все так же в казино с вами пытаемся его ограбить, но как-то ну такое, что-то приходит, что-то уходит, больше, конечно, уходит, но все равно. Друзья, я знаю только, что одно придет от вас. Это лайкосик, это подписочка, и обязательно дергайте за бубенцы. За бубенцы просто дергайте, чтобы вас оповещал YouTube, когда у нас выходят видеоролики либо стримчанские. И также оставляйте свои комментарии. А знаете, почему их надо оставлять? А потому что самые лучшие комментарии я буду показывать в видеороликах. Вы сейчас на своих мониторах можете наблюдать лучших ребят, которые оставляли на последних видеороликах свои топовые комментарии. И если ты хочешь попасть, то обязательно оставляй свой комментарий. А всем остальным ребятам огромное спасибо, благодарочка за поддержку вашу бешеную. И что? А мы начинаем, погнали. А перед началом ролика, друг, проверь, подписан ли ты на канал, включен ли у тебя колокольчик на все уведомления. Потому что очень большое количество людей смотрит меня, к сожалению, без подписки. Давайте же исправим это и поможем продвинуть наш канал. Также, друзья, не забывайте, что у нас есть своя группа ВКонтакте, в которой вы можете найти всю полезную вам информацию. И да, на Твиче у меня тоже есть канал, и все желающие могут на него подписаться, потому что там периодически тоже бывают стримы. После этих действий хочу сказать тебе огромное спасибо и пожелать приятного просмотра. Ну что ж, поздравствуйте, а у вас тут что? О, ля какая. Ой, подливчик залез случайно. Друзья, это лайк. За такой-то попец лайкосик. Друзья, у нас сегодня будет, скорее всего... Подожди, это русская рулетка тут внизу? Русская рулетка. Я хочу поучаствовать в блэкджеке. Многие мне писали то, что Сань, давай блэкджек, там блэкджеки можно бабла поднять кучу немерено. Вон блэкджек получает. Блин, мне он не очень нравится. Серьезно, там можно проебать и проебать. И еще раз, и еще, и еще, и еще. А, дилер, жулер, шулер, как правильно, шулер, жулер, наебщик, короче, некстерпешный. О, тут даже кто-то играет. Серьезно? Кто-то поднимает деньги. Зайдем туда в комнату, ребят, под ваши лайки, погнали. Заходим в комнату, тут у нас Владимир какой-то сидит, ваша ставочка. Я пока что ставить ничего не буду. Это проебет, смотри. 150 тысяч минус, блядь. Хуля я ржу, сейчас у меня такая же будет тема. Так, ладненько. Давай первая ставочка, разогревочная ставочка, и ставим 50 тысяч. Братан, ты там что-то говоришь, но я без микрофона, сорян. Точнее, я звук выключил, чтобы он не надоедал. Так, 19 выпадает, оставляем. Опа, плюс еще. Походу, надо мнение свое менять о блэкджеке. Уже плюс 50 тысяч просто за одну секунду. Есть предположение, что сейчас нас казино наебет, поэтому я поставлю всего лишь десяточку. Наглеть не буду, 12 выпало. Парень свалил у дилера 9. Я возьму карту перелет. Перелет, и слава богу, то, что я ставил ставочку поменьше. Это дает нам возможность поиграть подольше. Давайте поставим на повышение, пойдем. 20 тысяч. Будем идти от нуля, так сказать, и выше ставить. 14. Есть ли варик мне сейчас брать карту? Давай возьмем. 20-ка. Оставить. 20-ка. Ничья получается, да? 20 тысяч верни, пожалуйста. Давай тогда сделаем так. Ух ты, блин, пацаны тут по 34 миллиона выигрывают. Сколько вы тут сидите, как вы вообще? Есть какая-то ли тактика? 21. О, это сколько получается? 50 тысяч. Плюс... я вернул, получается. 4 миллиона 76 уже. Это не густо и не мало. Я пропускаю данную сейчас ставочку. И хорошо, что пропустил, потому что сейчас бы он выиграл бы 100%. Так, 20 мы ставили. Ставим теперь 30 тысяч. Это от меня сейчас ставочка к тебе. Давай, пожалуйста, дилер.
Раздай нормально. Ну что ты мне 4 раздал? Это 2 карты, 2 по 2. Взять карту, 10. И еще одна карта, 20. Оставить! 21. Ах ты! Нехороший ты человек. Нехорошая. Редиска. Редиска. Он забрал наши деньги, дамы и господа. Я предполагаю, что надо повышать. 35 я ставлю тысяч. Итого у нас уже, блядь, 4 миллиона 11 тысяч остается. 14, 5. Повышаем, не повышаем. Мне кажется, у него будет сейчас перебор. Но я оставлю. 19. В любом случае, я бы сейчас проиграл. В любом случае. 35 тысяч. Блин, да ты гонишь. На повышение идем, не идем? А давай на повышение, пацаны. Пошли, блядь. Я не люблю блэкджек. Я не люблю, потому что проигрываю постоянно. Вот смотри, у него 11. Значит, у него будет либо 19, либо 20, либо 21. У меня 15. То есть беру карту, 17. Оставить. 24. Ой, как повезло. Ой, как повезло на самом деле. Это было на тоненького. Вот сейчас бы ушли за 4 миллиона и все. Пацаны, пишите ваши комментарии по этому поводу. Я думаю, надо 20-ку поставить. Разогревочную 20-ку. 6, 13. Ставлю. 21. Соси сразу. Сразу иди соси, блядь. Все. Плюс 40. Итого у нас уже... Блядь, ну мы... Блэкджеки мы топчем. Вот предыдущая серия, да? По этому была. Скажу. Классической рулетки. Мы там стояли на одном месте. Но там мы стояли как в минус уходили. А здесь мы ушли в плюс. И в этом плюсе стоим немножко на месте. То есть дальше 70 тысяч мы подняться не можем. Ну вот, 80 тысяч. То есть сейчас я поставлю, блядь, большую ставку. Мы проебем. Да? Давай, 20 тысяч поставлю. Я особо не хочу по 150 играть. 20-очка, слушай, неплохо. У него 21 будет. Чекай. Просто чекай. 21. Кто Ванга? Я Ванга, потому что я эту хуйню знаю. Я эту хуйню уже проходил, я это все знаю. Это просто бред. Так, он выиграл. Окей, ставим 25 тысяч, идем на повышение. Двадцаточка, неплохо. Кстати, это, возможно, выигрышная будет сейчас ситуация. Оставить. Да. Плюс 50. Итого у нас опять 4 миллиона 86 тысяч. Предлагаю поставить 40. 5 тысяч рублей. Что из этого выйдет? 10-10. На равных. Пацаны, пока на равных. Взять карту. 17. Оставляем. Я думаю, надо оставить. 20. Плохой ты человек. Плохой. Редиска. Чепушила ты, блядь. Так, ладненько. Не расстраиваемся. Я ставлю еще 40 тысяч. Еще 40 тысяч. Хочу вернуть свои 80 тысяч. Так, у меня 19, у него 2. Тара-тара-там, пам-пам, па-пам. Дабы отыграться, либо я вхожу в азарт, надо поставить сумму поболее. Пацаны, ради вас, 150 тысяч ставлю, ради вас, 10, у меня 9. 150 тысяч на кону. Взять карту, 16. Бля, я ставлю. 20. Минус 150. Сука, товар, пиздать. Все, нахуй. Смерть. Еще раз ставлю, нахуй, 150. Еще раз, блядь, вот так под конец ставлю 150. 15. Самая конченная карта, когда у тебя выпадает 15. Самая конченная. То есть, ты возьмешь, у тебя будет перебор 100%, блядь. Оставить. 19. Ёб твою мать! Сука, парь! 300 тысяч, блядь! 300 тысяч! Ты что творишь, блядь? Уёбище, нахуй! Ты что? Ты что делаешь, блядь? Со мной, нахуй! Что ты делаешь? Я не буду ставить. Я всё, я обиделся, нахуй. Двадцатка у него выпадает. Смотри, какие выигрышные карты. Он из рукава, блядь, достает карты, нахуй. Картеечки, блядь. Хуярит, сука, у меня минус 300 тысяч, блядь, забрал за 2 секунды, блядь. Уёбище. Ой, блядь. 50, нахуй, под конец. 12, 3. Что будет? Хуяк, 18, оставить. 9. Иди нахуй, блядь, черт педальный, блядь. Нахуй иди, блядь, со своими, блядь, дилерами ебучими, блядь. Некстерпешными, блядь, блэкджеками, подкупными тварями, ебаными, сука. Быть.
От греха, блядь. Просто от греха. Эмоциональный видеоролик, ребята. Просто эмоциональный. Поначалу так все заманушечка идет, заманушечка. Типа, Саша, ты выигрываешь, красавчик. Мы на месте. Вы заметили, да? Мы на месте стояли. Мы особо в плюс не уходили. Мы тупо на месте. Это была наживка, блядь, Next RP. Просто наживочка, блядь. А потом... Выебали нахуй нас на... сейчас скажу, на сколько получается. 350... Да, 355 тысяч выебали. Нормально. Чё, просто за 2 минуты, считай, блядь. 350 тысяч поднял он, блядь. Красавчик, аплодисменты, блядь. Ребят, пишите свои комментарии, пишите свое мнение, что вы думаете по Блэк Джеку, потому что для меня это очень важно. Блядь, пожалуйста, поддержите меня, потому что я уверен, что некоторые найдутся. Да не, я Блэк Джеки поднимаю, ты не умеешь просто ставить. Блядь, ну и что теперь, ну и что? Ладненько, друзья, всем огромное спасибо за просмотр, если вы досмотрели до конца, вы красавчики, не забывайте писать свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Саня Град, увидимся, пока-пока.